Мне прислали Черкассы, штурм православного храма. И здесь такой текст. Черкассы, штурм православного храма. Это не мой текст, просто я читаю. Когда я смотрел эти кадры, невольно пришла в голову мысль, прошло 10 лет, и ничего в головах этих идиотов не изменилось. Они до сих пор считают, что, заняв чужой храм, они решат какие-то свои проблемы. В их головах у них до сих пор не связываются это такие вот акции. А то, что они в чужом храме, это очевидно даже им. Им храм не нужен. Они воюют в нем с москалями, потому что на фронт этим патриотам идти не хочется. Поэтому они выдумывают для себя войны там, где безопасно. Именно поэтому они настолько интеллектуально нищие на Украине сегодня. Хотя, конечно, они с этим не согласятся. Как только очередной раз потребуют людей, будут рассказывать сказки. Куколды из Лондона и Вашингтон отправят этих эльфов погибать за свои интересы. До последнего украинца, белоруса, поляка и так далее. Такие, на самом деле, простые, но одновременно и такие сложные для понимания людей в желтых повязках, логические конструкции. Да, в принципе, все понятно. Очень жаль.